Учебный год начался с еще меньшим количеством школ. В Республике Молдова продолжается реформа образовательной системы, в рамках которой часть доуниверситетских учебных заведений будет реорганизована и ликвидирована. В новом учебном году будет реорганизовано более 30 школ в различных населенных пунктах, а нехватка учителей превышает 1000 человек. Процесс реформы до сих пор осуществляется без одобрения парламента на основании приказов министра. Всего в рамках оптимизации будет закрыто около 350 учебных заведений. Формальными основаниями закрытия власти называют нехватку детей и педагогов и плохое материальное обеспечение. В то же время в Гагаузии, где оптимизация с самого начала шла со скандалом, уже выявили ряд несоответствий реформы. В ходе перевода школ на самофинансирование не были включены деньги на ремонт и другие траты, а малокомплектные сельские школы оказались обречены на полное закрытие.